и Ване Перелески. Это один из нескольких эко-маршрутов, созданных в Алтайском национальном парке. Так здесь развивают экологический туризм. Для прогулки можно выбрать маршруты разной протяженности и тематики. Этот, около 2 километров, знакомит ребят и взрослых с животным миром Валдая. Этот маршрут, конечно, интересен тем, что он очень живописный. Половина пути идет вдоль озера Иванье. Собственно говоря, отсюда и название Ивани Перелески. И вторая половинка идет по лесу. Но лес отличается своей особенностью. Все-таки национальный парк расположен в подзоне Южной тайги. А это сочетание хвойных лесов с примесью широколиственных. То есть к нашим хвойным, нашим елям примешиваются дубочки, орешник или лещина, как мы ее называем здесь. Весной и осенью здесь можно увидеть множество видов уток, в конце августа, начале сентября – белок. О присутствии животных свидетельствуют различные погрызы – бобровые на деревьях, беличьи и мышиные на шишках. Комана и медведя вы здесь не встретите, но авторы маршрута приготовили для гостей другой сюрприз. Он призван напомнить о том, что в лесу следует вести себя осторожно. Это их территория. Это своего рода некая проверка. Проверка каждого экскурсанта, готов ли он в целом встретить животное. Тропа проходит до лесного озера. Вода здесь с рыжеватым торфяным оттенком. Берег илистый, поэтому местные здесь не купаются. Впрочем, хорошо провести время у воды тут все равно можно. Эх, хорошо было бы здесь порыбачить. А тут рыба-то есть. Сейчас посмотрим. Водится ли тут рыбка? Вам подскажут местные. А если их нет поблизости, можно поискать в сети. Это несложно, если вы захватили с собой роутер Skylink. Skylink. Сеть есть, дело за удочкой. Озеро Иванье неглубокое, всего 6 метров, поэтому хоть здесь и встречаются рыбаки на лодках, удобнее устроиться у берега или на льду в зимнее время. Валдайский край известен своими озерами и лесами. Хорошо приехать сюда даже на несколько часов или остаться на пару дней, подышать чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты.